Если вам нужен благоприятный во всех смыслах климат, если вам и вашим близким необходимо оздоровление, если вы сторонник респектабельного отдыха и пока не знаете, где все это получить одновременно, вы попали по адресу. У подножия горы Машук в историческом центре Пятигорска, буквально в двух шагах от известнейшего парка «Цветник», музея «Домик Лермонтова», недалеко от легендарной Эоловой арфы и знаменитого озера Провал, расположен санаторий «Пятигорский нарзан». В просторном элегантном холле санатория вас ждут приветливые сотрудницы круглосуточной службы приема и размещения, которые буквально за несколько минут проведут регистрацию, оформят необходимые документы и вручат вам ключ от комфортабельного номера той категории, которая соответствует вашему выбору. Санаторий «Пятигорский нарзан» располагает однокомнатными номерами категории «Стандарт», однокомнатными номерами категории «Бизнес-стандарт», двухкомнатными номерами класса «Люкс» и трехкомнатными номерами класса «Сьют». Дизайн каждого номера изыскан и неповторим. Роскошь и комфорт царят буквально во всем. Каждый из номеров великолепно меблирован, оснащен абсолютно всем необходимым и располагает к полноценному курортному отдыху. С балконов номеров открывается захватывающая панорама живописных окрестностей Пятигорска, а с противоположной стороны вы можете любоваться великолепным зеленым ландшафтом горы Машук. Со сверкающей красотой природы перекликаются и интерьеры санатория. Номера, залы, холлы, переходы решены в ярком, многоцветном, жизнеутверждающем ключе. Каждая деталь здесь продумана и важна. Букеты и цветочные композиции, ковры, фотообои, портьеры, удобная современная мебель – все играет тысячами полутонов и оттенков под сверкающими мириадами точечных светильников и ослепительных люстр в преломленных витражными окнами солнечных лучах и мягком вечернем приглушенном свете торшеров и бра. Это действительно мой стиль. Я очень люблю, когда все красиво, все ухожено, все на своем месте, все должно радовать людей, которые к нам приезжают. Я практически объездила весь мир, и все, что было самого прекрасного и самого необыкновенного, если я видела, я его внедрила здесь и немедленно. Добрую славу здравница заслужила в первую очередь благодаря своей великолепно оснащенной современной оздоровительно-профилактической базе. Санаторий осуществляет свою деятельность в таких направлениях, как диетология, гинекология, урология, неврология, физиотерапия, травматология и ортопедия. Все процедуры проводятся в соответствии со строго индивидуальными врачебными назначениями. Ну а при отсутствии противопоказаний отдыхающий может пройти курс оздоровления по одной или нескольким специальным программам. А это программы «Женское здоровье» и «Мужское здоровье», программа лечения остеохондроза и его осложнений «Здоровый позвоночник», программы «Здоровые сосуды» и «Неврология», программа лечения и профилактики болезней органов пищеварения, программа лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата «Легкая походка», программа «Похудей на здоровье» и программы для детей разных возрастов «Поддержи свой иммунитет» и «Здоровый ребенок». Если же вы обладатель отменного здоровья, то отдых в санатории «Пятигорский нарзан» обязательно добавит вам хорошего настроения и прекрасного самочувствия на долгие месяцы. В санатории проводятся групповые и индивидуальные занятия, в том числе и на тренажерах. А вот снять стресс, полностью расслабиться и в то же время получить мощный заряд положительной энергии позволят турецкий хамам и финская сауна.
необычайно приятные, расслабляющие СПА-процедуры. В СПА-список санатория входит более десятка омолаживающих, релаксационных, корректирующих фигуру и тонизирующих кожу лица и тела программ, рассчитанных в равной степени как на женщин, так и на мужчин, и способных вернуть коже свежесть, телу стройность, а душе – радость. Оздоровительный комплекс находится в одном корпусе, и все кабинеты работают ежедневно от 8 утра и до 8 вечера, включая выходные и праздничные дни. Поэтому ни при каких обстоятельствах ваш курортный курс не будет прерываться. Все здесь продумано до мельчайших деталей и призвано сделать ваше пребывание в санатории максимально приятным. Даже бювет с минеральной водой «Машук-19» установлен прямо в холле санатория. Конечно же, особой популярностью в теплое время года пользуется одно из любимейших мест времяпрепровождения отдыхающих – великолепный открытый плавательный бассейн, оснащенный гидромассажерами и самой современной системой очистки воды. Бассейн окружен просторными площадками с удобными шезлонгами для приема солнечных ванн и тенистыми островками под зонтиками и деревьями. Но и возможность просто поплавать приносит всем гостям санатория необыкновенную радость и удовольствие. Диетическое питание, являющееся одним из важнейших курортных факторов, в санатории «Пятигорский Нарзан» происходит по системе «меню-заказ» в роскошных VIP-залах ресторана санатория. Все блюда готовятся из экологически чистых продуктов исключительно российского производства. У гостей здравницы существует реальный выбор из 15 диет, каждая из которых подбирается отдыхающему индивидуально, разумеется, с учетом его вкусовых предпочтений. Изысканные блюда не только диетически выдержаны, сбалансированы и полезны. Прежде всего, это очень вкусные блюда, которые в обрамлении тщательно сервированных столов и продуманного до мелочей дизайна интерьера вызывают аппетит и превращают прием пищи в настоящий каждодневный праздник. В санатории «Пятигорский Нарзан» просто не бывает скучных вечеров. Во время неизменно изысканной трапезы отдыхающие могут наслаждаться живой музыкой и выступлениями шоу-балета. В теплое время года в санатории работает кафе «Летний дворик». Уютный зал рассчитан на 50 посетителей. Интерьер кафе выполнен в стиле кантри, ну а изысканная кухня в сочетании с оригинальными развлекательными программами делает кафе чрезвычайно популярным среди гостей санатория «Пятигорский Нарзан». Вся территория санатория находится под круглосуточной охраной. Ну а если вы путешествуете на автомобиле, то для него здесь предусмотрена парковочная площадка. В холле санатория каждый может бесплатно воспользоваться беспроводным высокоскоростным доступом к интернету. Работают парикмахерская и маникюрный кабинет. Благодаря современной химчистке и прачечной ваши вещи всегда будут в полном порядке. Любителей бильярда ждут два великолепных бильярдных стола. А кому-то будет интересно посмотреть в уютном кинозале фильм. Нередко Пятигорский Нарзан называют «маленьким раем», где любят отдыхать не только россияне, но и гости из ближнего и дальнего зарубежья. Дело в том, что у этого рая есть создатель, генеральный директор санатория Татьяна Чумакова. Она возглавляет санаторий с 2007 года. За многолетний плодотворный труд в санаторно-курортном бизнесе Татьяна Чумакова награждена медалями «Герой труда Ставрополья», «За заслуги перед Ставропольским краем», «Трудовая слава России», а также орденом «Русской земли» и орденом «Слава России». Татьяна Чумакова является меценатом и активным общественным деятелем. Эффективное лечение, большой выбор развлечений, здоровое питание и комфортабельный отдых в одном из живописнейших мест Кавминвод у подножия горы Машук – все это санаторий «Пятигорский Нарзан», в котором действительно можно отдохнуть, как говорится, и душой, и телом, поправить здоровье и зарядиться энергией на долгое время. Итак, санаторий «Пятигорский Нарзан» ждет своих гостей круглый год.